Друзья, в Тамбове скоропостижно скончался известный на Тамбовщине врач-терапевт, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ Тамбовский областной госпиталь для ветеранов войн Михаил Галич. Смерть наступила 10 августа. Михаилу Витальевичу было 63 года. Прощание с ним состоится 12 августа в Тамбовском Казанском монастыре в 12:00. Коллектив госпиталя глубоко скорбит о смерти Михаила Галича и выражает соболезнования семье, родным и близким. Отметим, что вся жизнь Михаила Витальевича была связана с медициной. В 1980 году он окончил Воронежский государственный медицинский институт по специальности лечебное дело. Свой трудовой путь начал в должности участкового врача, терапевта больницы скорой медицинской помощи областного центра. Позже в этом же лечебном учреждении занимал должность заведующего терапевтическим отделением. В период с 96 по 2006 годы Михаил Галич был заместителем главного врача по лечебной работе в ГБУЗ Тамбовский областной госпиталь для ветеранов войн. В должности первого заместителя начальника управления здравоохранения проработал с 2006 по 2009 год. Последние 11 лет занимал должность заместителя главного врача по медицинской части в ГБУЗ Тамбовский областной госпиталь для ветеранов войн. Также Михаил Витальевич неоднократно награждался почетными грамотами Управления здравоохранения Тамбовской области и администрации региона. Михаила Витальевича всегда отличала высокая ответственность за порученное дело. Он заслужил уважение пациентов, коллектива больницы и всего медицинского сообщества Тамбовской области. Коллеги отзываются о нем как о спокойном, внимательном, доброжелательном человеке и опытном профессионале, отмечая, что его уход из жизни – огромная утрата для коллектива больницы. Также отметим, что вчера вечером, 10 августа, стало известно о смерти врача Нововаршавской ЦРБ Евгения Чеханацких. Он работал детским хирургом. В пресс-службе регионального Минздрава подтвердили информацию о смерти врача, но ее причины пока неизвестны. Еще одна потеря медика за последние несколько месяцев. Но не должны умирать медики, вот так, только начав жить, соболезным родным и близким, отметили друзья. Евгений Чеханацких в 2007 году окончил педиатрический факультет Омского медуниверситета, после чего устроился в Нововаршавскую ЦРБ. Он проводил эндоскопические исследования и вел детский хирургический прием.